Владыка Серафим отмечает свою личную пятидесятницу в этот день, в 2012 году. В храме Рождества Христова города Красноярска патриарх московский всея Руси Кирилл за литургией совершил хиротонию архимандрита Серафима во епископа Кузнецкого и Никольского Пензенской митрополии. И вот вновь по прошествии 11 лет после этого события архипастырь принимает поздравления. Его приветствует архиерей Назарий, епископ Кузнецкий и Никольский и Митрофан, епископ Сердобский и Спасский. И, конечно, наверное, вам сегодня будет говорить много добрых слов. Вы это заслужили, и примите это со смирением, потому что вы монах, и смирение даже в качестве митрополита так необходимо. Владыка Серафим – уроженец города Каменки. В 1999-м он принял монашеский постриг, после чего целиком и полностью посвятил свою жизнь служению Господу. Закончил Саратовскую духовную семинарию и православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В 2006-м возведен в сан игумена. 25 декабря 2013 года решением Священного Синода назначен епископом Пензенским и Нижнеломовским. А в начале февраля 2014-го в столице, в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя, патриархом московским и всея Руси Кириллом возведен в сан митрополита. На тот момент архипастырь стал самым молодым священником с таким титулом в Русской Православной Церкви. Я благодарю дорогих архипастырей за работничество и понимание того, что мы вместе делаем, к чему мы стремимся. И духовенство благодарю за то, что оно исполняет наше благословение, исполняет те послушания, которые на них возложены, и старается тоже достойно это нести. После окончания богослужения владыка продолжил принимать поздравления от пензенских верующих, в том числе и от воспитанников православной гимназии. Мы говорим спасибо